Мне нужно вернуть эти сережки. Они очень-очень важные для меня. Я так рада, что я их нашла. Пожалуйста, можешь перевести это? Нет необходимости. Я все понимаю. Что ж. Эти сережки очень тебе дороги. Да, бесконечно дороги. 100 000 юаней, чтобы их вернуть. 100 000 юаней? А это много? Закон спроса и предложения, детка. Если ценны для нее, то ценны и для меня. Это так дорого. Если он заплатит, я обещаю, что ты получишь ответ. Отвратительно! Использовать несчастье других, чтобы поживиться! Это ведь ты ее ограбила, а потом привела ее ко мне. Скажи, кто же из нас использует несчастье других больше? Маринет! Тики, я вытащу тебя оттуда. Перестань, Фэй, я заплачу. Но это же огромная сумма! Я позвоню дяде и все ему объясню. Можно взять ваш телефон? И найдите, пожалуйста, телефон ресторана 1000 удовольствий. Я его знаю, твой дядя великий повар. Да, и мне будет ужасно стыдно просить его. Вот его номер. Спасибо, сэр. Вы мне очень помогли. Мы найдем другой способ. Но, Фэй... Если не выкупите сейчас, не могу обещать, что завтра все будет на месте. Если кто-то захочет купить, я их продам. Фэй, я не могу снова их потерять. Поверь мне, никто не купит за такую цену. Фэй, что ты делаешь? Не хочешь, чтобы я ответил на твой вопрос? Не хочешь узнать, кто охотился за твоим отцом? Ты что, забыла, кто ты? Наоборот, я только что это вспомнила. Я отведу тебя обратно к дяде. Фэй, я не могу идти без... Прыгай на велосипед, скорее. Ты украла мои сережки? Ты же хотела их вернуть. Хотела, но ведь не так. Воровать ужасно. Продавец заплатил, чтобы купить эти сережки у тех, кто их продал. Если он не сможет их продать, он потеряет деньги. Маринет, обещаю, я все тебе объясню. Но сейчас на велосипед, живо! Где эта плюшевая игрушка? Она меня кинула. Эта мерзавка меня провела. А, взять их! А вдруг продавец взял в долг, чтобы купить сережки? А? Маринет, хватит спорить, бежим! Они явно злятся на нас! Поверь мне, ты не представляешь, какие они злые! Туда! Тики! А? Тики! Да! Нет, нет, будь со мной! Эти типы опасны! Ты про кого сейчас? Про тех, которые тоже казались опасными, когда преследовали меня и кричали? Суперкот, ты нужен Нью-Йорку и Леди Баг. Я больше не Суперкот. Людям свойственно ошибаться. Мои ошибки непростительны. Я не могу вынести разочарование в ее глазах. Вряд ли у меня что-то получится. Я не могу быть Леди Баг без него. Твоя леди ждет тебя. Рад тебя снова видеть, Плак. Не растекайся, как плавленый сыр. С кем это ты говоришь? С моим Квами. Квами нельзя обнаружить технологиями, а значит, твоя робоподруга не слышит и не видит меня. Нельзя терять время. Надо развернуть самолет до приземления. Плаг когти!
приветствуем нашу новую Рен-Рен! Кого? Рен-Рен. Человека, который носит амулет. С кем это ты разговариваешь? Только Рен-Рен может нас видеть. С какими-то волшебными существами, но, похоже, видеть их могу только я. Амулет мой, Кинкэш! Мы ренлинги, духи человеческих ценностей. Каждый из нас может превратить тебя в разных животных, если ты достойна ценностей, которые они представляют. Если хочешь, чтобы я, Тан-Тан, ренлинг терпения, превратила тебя в богомола, прояви терпение. Спасибо, но терпения у меня сейчас никакого, прости. Я Шан-Шан, ренлинг спокойствия. Спокойствие? Шутишь, что ли? Спокойный, как медведь. Большой и сильный, как медведь. Шан! Ну вот. Спасибо. Леди Медведь, видимо. Пока что. Супер Шан! И что ты будешь с этим делать? Пока не знаю. Тан! Кажется, я начинаю понимать. Шан! Ши! Нам нужно уничтожить его веер, чтобы вылетел Акума. Поняла. Лон! Что такое? Я должна превратиться в дракона, чтобы управлять природными элементами. Я бы запустила в него молнию, но не могу перевоплотиться. Сила дракона самая мощная из всех. У тебя должны быть чистые намерения, и она на крайний случай. Конечно, у меня чистые намерения. Хочу отомстить тому, кто уничтожил мою жизнь. Месть не отвечает ценностям дракона. Твои суждения и намерения затуманены. Месть — это не то же самое, что правосудие. Тогда найду другой способ сокрушить его. Ху! Нет, нет, не надо!